Канал «Хижина мудрой совы» представляет английское туристическое агентство Travel Dream Club. Выберите путешествие своей мечты. Скучаете по путешествиям по Италии? 5 классных фильмов, с которыми можно путешествовать, не выходя из дома. Часть первая. Под солнцем Тосканы. Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мейс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая Фрэнсис все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо. Письма к Джульетте. Молодая американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смит пишет о своей безумной любви. Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Турист. Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушают водоворот интриг и опасностей. Итальянский. Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. Вместе со своей командой опытных бандитов он провернул не одно дело, но теперь решил уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание – кража золотых слитков, в которой принимают участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель левое ухо, технарь Лайл и Чарли – верный друг Бриджера и второй планировщик в их команде. Ешь, молись, люби. Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Important gets cleaned. I'm having a relationship with my pizza. This is my no card left behind experiment. I'm going for it.